Аджай, рад тебя видеть. Я не был в нем уверен, но мне оставалось или довериться ему, или умереть. С вами Раби Райрана, и я хочу обратиться к Фейгану Мина. Намасте. Золотой путь представляет серьезную угрозу. Ограничьте передвижение крайне необходимо. Yeah.
обратного пути. На помощь! Помогите! Монтана. Это охренительно много. И
наркотики. Охренительно много наркотиков. Оторвемся. Когда мы свергнем мина, и она придет в власть, я так упорюсь. Будет офигенно. Эй, Никита, гашешь прямо сейчас. Блин, это мина. Свободный Керан вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Сабал поставил все на эту девочку, Хадру. Знаете, а не многовато ли ответственности для подростка? Ну, я бы вместе с этим воспользовался. Не, ну, представьте, вам 12 лет, и все считают вас богиней. Вы можете приходить к людям каждый.
на конкурсе самый популярный лидер Золотого Пути выигрывает Шабал. Я удивлен. Я думал, у Аниты и ее опиумных денег больше шансов. С другой стороны, Шабал — это традиционные ценности. Зачем религия помогла этой стране? Риторический вопрос, да? Дорог она не строит. А, хотя нет.
Аджай, друг мой, надеюсь, все в порядке. Ты, Аджай, я знаю твою семью много лет. Знаешь, я прятал у себя на ферме оружие Золотого Пути, но нагрянули солдаты Пейгана. Останови их, мы не можем потерять те стволы. Намасте. Хорошо, что есть. Все только и говорят о тех повстанцах, которые сейчас в плену у Пейгана.
Атакуем быстро!
уничтожить машину! Уничтожить! Thank you.
Аджай, к тебе бегут враги. Не пускай их к оружию. Аджай, к тебе бегут враги, не пускай их к оружию. Ah!
никому кровь не пускал. Мой труп никогда не найдут. Вот и все. Сперма в безопасности. Молодец, я к тебе пошлю кого-нибудь. Мы его годами собирали. Оно поможет нам спасти эту землю. Охренительно много наркотиков. Оторвемся! Когда мы свергнем мина, и она придет платить, я так уборюсь! Будет офигенно! Эй, Никита, бежишь прямо сейчас! Это мина. Ой, блин. Любит она, когда я не говорю по радио.
начинается. Армейда! Привет! Слушай, я... Алло? Алло? Сигнал пропадает. Я тебя не слышу. Что-что, ты меня слышишь? По радио. Да? Мы в эфире? Чёрт, включи музыку. Чёрт, включи, кому сказал.